я застряла в ванной. Что? Я говорю, ой, а что это же не легендарный вроде. Кто у нас? Нам попался! Он реально топовый. Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем распаковывать 25 новых Дино яиц. Я уже их все купила, и многие из них мы уже почти прокачали с девочками. В общем, я давала на выращивание, вот, чтобы прокачали, и оставался вот только вот одно действие. Короче, сегодня мы вылупим 25 яиц, и я надеюсь, что хоть в каком-то вылупится легендарка, потому что у меня был только один момент, один раз, когда мне в яйце вылупилась легендарка. Это было королевское яйцо, и мне вылупился красный дракончик вот в этом яйце. А в остальных я никогда не получала ничего редкого. Только какие-то камоны, анкамоны и все такое. Так, ребята, сейчас я уже понесу наше первое яичко вылупляться. По сути, у меня уже есть каждый вид дракончика, хотя бы в одном виде, но есть. Итак, сейчас я быстренько забегу в свой домик, так, и вылупим это яйцо. А прикиньте, нам сразу попадется какая-нибудь птичка Додо. Больше всего, наверное, из новых яиц мне нравится саблезубый тигр, ну потому что я тигр. Так, все, я положила яйцо в ванну, ждем немножечко. Ну и еще мне нравится Тирекс, конечно же, очень красивый пэт. Додо птичка мне нравится, но она какая-то тусклая немного, хотя не знаю. И еще очень няшная голубая черепашка. Так, ребята, вылупляется наше яйцо. Смотрим, что, кто там, кто ты. Смотрите, кто нам вылупился! Я застряла в ванной. Ребята, нам вылупился мамонт! И он тоже, кстати, няшка, что-то я про него забыла. На самом деле, все новые пэты очень классивые. В общем, в первом яйце нам попался мамонт. И на самом деле, пока я давала девочкам выращивать эти яйца, я не знала, что есть, оказывается, такая функция за рубаксы, что можно за 45 рубаксов сразу вылупить яйцо, смотрите. Просто. Типа, лол, я бы сразу так и сделала. Нам вылупилась черепаха, смотрите. Ну как черепаха, глюптодон нам вылупился, ребята. Какой красавчик-то. Я вот эту вот черепашку просто обожаю. Не знаю, вообще, если погуглить, как выглядит, ну, в реальном мире, скажем так, эта черепашка, то она вообще такая страшная. Но в Adopt Me она очень яркая, красивая и классная. У меня, кстати, есть такая уже неоновая. Давайте я вам сейчас ее сразу покажу. Вот, смотрите, она такая красивая. Наверное, из неоновых пэтов, из неоновых динозавров, наверное, это самый красивый. Хотя, я не знаю, я не видела всех. Так, сейчас я буду ждать следующих действий. Или вообще, знаете, мне кажется, это будет очень долго, поэтому, походу, я просто буду покупать все равно за рубаксы эти функции, если мне не будут присылаться действия быстро. Вот, смотрите, сейчас нам вылупится кто-то еще. Походу, я обанкрочусь сегодня. О, нам выпал ленивец! Ребята, это как из юрского периода. Хотя я этот мультик не смотрела, но этот ленивец постоянно там мелькал из всяких, не знаю, моментов каких-то. Короче, я постоянно именно этого ленивца везде видела. Хотя сам юрский период я не смотрела. Кто смотрел юрский период, пишите в комментариях, я не знаю что. Пишите юрский период по одной букве. Посмотрим, получится у вас или нет. А вообще, этот мультик так называется? Я просто не уверена. Так, ребят, погнали дальше распаковывать. Это сколько мы, получается, уже открыли яиц? Опять нам попался мамонт! Я, конечно, не против, он няшка, но, блин, хотелось бы что-то новенькое все-таки. Так, ребят, идем дальше. Опа! Так, кто нам сейчас вылупится? Вот у меня вот этого динозавра именно трикератопс. Что? Короче, этот динозавр мне не выпадал сначала вообще. У меня его не было, я просто ради интереса пошла, посмотрела коллекцию, потому что я на тот момент вылупила уже очень много яиц. Пошла посмотреть коллекцию, а у меня такого динозавра нет, я говорю, ой, а что это же не легендарный вроде. Ну, короче, да, он мне почему-то не выпадал сначала, но потом попался. Так, я уже открываю следующее яйцо, ребята. Опять он! Так, хорошо, два одинаковых подряд. Кстати, ребят, как вам новое обновление Adopt Me с осенью? Мне оно очень нравится. Так, вылупляем. Тут уже, кстати, мои подписчицы пришли. Кто у нас? На, попался саблезубый тигр, смотрите! Вот он, няшка какой! Посмотрите на него, просто! У меня этих саблезубых тигров уже очень много, потому что мои подписчики мне их просто дарят, иной раз в трейдах просто 4 саблезубых тигра. Спасибо вам большое, потому что из динозавров это мой любимый. Он реально топовый, потому что это тигр. Ладно, давайте продолжим открывать наши яйки. Так, ослепляем всех этой вспышкой и... Попался Тирекс, ребята! Что?
Мне только что выпал Т-рекс, это легендарный. Насколько я понимаю, это либо самый редкий, либо самая редкая додо, я так и не поняла. Офигеть! Это с какого яйца нам попался Т-рекс, ребята? Шок-контент просто! Так, давайте посмотрим, сколько у меня теперь Т-рексов. 2, 3, 4. Я теперь могу сделать неонового Т-рекса. Ребят, кстати, кто из вас видел неонового Т-рекса? Я вот, например, еще не видела. Так, ладно, давайте продолжим открывать наши яички. Так, кто же выпадет сейчас? И прикинь, сейчас выпадает такая додо. Так, кто? Опять этот, кто он? Кстати, в новом обновлении мне очень нравится одно место, где такой парк, я не знаю, как его назвать. То ли он находится там, то ли там. Я запуталась, короче, не успела еще поиграть толком в новом обновлении. Кстати, ребят, интересно, правда, то Adopt Me вообще не выпускает никаких обновлений, то прям заобновлялся. Сначала квест с динозаврами, потом новые яйца динозавров, потом тебе еще на осеннюю локацию, а потом еще хэллоуинских пэтов. Ну, спасибо, и все одновременно, знаете, как-то происходит. Вот эта зона мне очень нравится, тут прям такой парк, очень ламповая обстановочка, вот я, пожалуй, тут и останусь. Продолжим распаковывать яйки. Так, кто ты? Кто ты будешь? Давай-ка. Да зачем мне так много этих? Он мне не так сильно нравится, чтобы мне их так выпадали. Блин, капец. Зачем мне так много одинаковых драконов? Я, кстати, я же не одна путаю динозавров с драконами. Почему-то постоянно я всех их называю драконами, а не динозаврами. Так, я открываю следующий, кстати. О, ленивец опять попался. Так, я пока что продолжаю вылуплять их. Так, кто ты? Новенький выпал! У меня такого, ну точнее, он у меня уже был, но сегодня нам такой еще не выпадал, смотрите. Какие-то названия у них странные, конечно. Надо погуглить, как они на русском звучат. Мне кажется, я долго буду привыкать к этим новым названиям, конечно. Ладно, таких дракончиков, кстати, у меня мало. Погнали дальше. Тратим рубаксы. Yes, минус 45 рубаксов еще. О, так. Распаковываем и... Кто ты? А это не тот же? Вот, смотрите, это дилофозавр. Ну, вот это вот прям динозавр как будто. Офигеть, вот это вообще прям красивый. Или это у меня одинаковые они выпали, я что-то путаюсь уже. По-моему, там два похожих есть динозаврика. Нет? Да, вот, смотрите, они похожи, но они разные. И вот, который фиолетовый, мне нравится даже больше. Вот эти два самых ярких, наверное. Такие прям цветастые. Ну, я рада, что мне уже вылупился Т-рекс, так что выпуск уже удался. Так, кто дальше? Опа-па-па-па-па-па-па-па. Так. О, опять розовая черепашка, ура! Обожаю, но она такая няшка, реально. Глюптодон. Я немного сменила локацию, давайте продолжим вылуплять динозавриков тут. Так. Ну-ка. О, птеродактиль! Вот именно его я помню. Почему-то, я не знаю, на каком предмете мы учили название динозавров в школе, но почему-то именно птеродактили я запомнила вот вообще на всю жизнь. Я не знаю почему, у меня постоянно в голове, если динозавр, то птеродактиль. Он такой няшка просто, вообще. Интересно, какими цветами он будет светиться. Ладно, продолжаем вылуплять яйца. Кстати, у меня в инвентаре было 23 яйца, так что мы еще два в конце докупим. Так. Опять вот этот вот фиолетовый динозаврик. Но я не буду долго на нем заострять внимание. Продолжим просто. Побыстрее уже хочу распаковать все до конца. Интересно же. Так. Опять ленивец, да что такое? Какие нам еще не выпадали? Пойдемте посмотрим. Нам еще не выпадало сегодня додо. Вот этот вот стегозавр нам не выпадал. А тасманский тигр еще вот этот вот, как лисичка, нам не выпадал. Остальные вроде бы были, да? Нам все выпали, кроме вот этих двух. Ну, по сути, вся коллекция динозавров у меня, конечно, уже есть, но неважно. У меня уже... Сколько я потратила рубаксов на вылупление этих яиц? Тасманский тигр попался! Yes! Короче, в Adopt Me теперь есть три вида тигров. Это вот Джинджер Кэт, изначально на которого я подумала, ну, что это тигр, потому что он реально похож на тигра. Теперь саблезубый тигр есть, очень красивый, очень хочу его сделать неоновым, просто уже мечтаю о нем. Вот он у меня няшка. Я его, кстати, сегодня сделала Fly и Ride. Вот наш саблезубый тигрик. Ну и также тасманский. Наверное, из этих трех мне меньше всего нравится тасманский. Я не знаю, почему. Он как-то странно выглядит.
и в реале не такой, не особо привлекательно выглядит, но он у меня уже есть в неоне. Очень красивый, кстати, в неоне. Я продолжаю вылуплять яйца. Опачки. Так, кто ты? Давай, покажись! Кто? Опять? Нам выпался опять тасманский тигр. Ну да, давайте теперь на них зависнем. У меня осталось уже мало яиц, где-то штук 5, наверное, еще 2 мы докупим. Так, что, кто? О, красивый динозаврик выпал. Но он классный, он такой тоже яркий, мне нравятся те, которые яркие. Додо птичка выглядит в инвентаре очень такой прям сочный, мощный, а на деле какая-то тусклая, я не знаю почему. Если бы додо птица была вообще такая прям ядерного цвета, как в инвентаре она показана, я была бы вообще просто от нее без ума. Так, распаковочка продолжается. Мамонт. Так, у нас остается 4 яйца, ребят, вот 2 и еще сейчас купим 2. Так. Погнали, чё? Тю-дю-дю-дюнь. Кто ты? Птеродактиль! Так, ребят, ну пойдемте, наверное, уже сейчас купим еще 2 яйца. Так, вот я купила еще одно яйцо. Так, открываем. Мы открывашки сегодня. Тасманский тигр вылупился, а что у меня? А как это? А, понял. Вот наше яйцо купилось. Так, ну-ка. Опять синий. Не, я, конечно, не против, они красивые, но я бы додо птичку тоже хотела себе вылупить. А прикинь, сейчас вот последнее яйцо. Должно вылупиться что-то балдежное. Ну-ка, смотрим. Пожалуйста, что-то классное. Или тирекса, или саблезубого тигра. Давай. Ленивец. Ну ладно, он тоже няшка. В итоге вот у меня вся коллекция динозавров уже собрана. Я собрала всех динозавров, которых только можно было, и я очень этому рада. Вообще, из всей коллекции всех пэтов, которые есть в Adopt.me, у меня нету только алмазных пэтов и цыпленка. Ну, цыпленка я уже никогда не достану себе, видимо. Ну что же, ребята, вот такое видео у нас с вами сегодня получилось. Если оно вам понравилось, не забудьте его обязательно оценить пальчиком вверх, подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Также не забывайте подписываться на меня в других социальных сетях, например, в Роблоксе. Вот так выглядит мой аккаунт в Роблоксе, называется он ChristyCharm1. Также у меня есть группа в Роблоксе, вот она. И в разделе Store в группе можно приобрести мой мерч, в котором я, собственно говоря, сама сейчас и хожу. Кстати, я готовлю для вас осенний мерч, да и не только, так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить его. Ну что же, ребята, я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю и всем пока-пока!